Полицейские и спасатели призывают взрослых быть более бдительными. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, в прошлом году зарегистрировано 18 фактов падения детей из окон, из них 3 с летальным исходом. Этот год не стал исключением. Полицейские Октябрьского отдела полиции и сотрудники ДЧС Карагандинской области провели с жителями беседу по профилактике детского травматизма. В прошлом году зарегистрировано 18 фактов падения детей из окон, из них 3 с летальным исходом. В текущем году зафиксировано 3 случая, в одном из них погиб ребенок. Сейчас мы проводим агитационные мероприятия, рассказываем о том, что как сберечь того, чтобы ваши дети не выпали с окон. Сейчас на пластиковых окнах есть фиксаторы специальные, которые позволяют окно открывать на 5 сантиметров, на 3 сантиметра и так далее, чтобы не на небольшое расстояние. Если у вас нет таких фиксаторов, то можно просто открутить ручку от пластикового окна. С каждым годом растет число детей, выпавших из окон высотных домов. Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы из-за своей любознательности. Об этом свидетельствует высокий уровень смертности от различных полученных травм. Жителям Октябрьского района раздали памятки по профилактике детской безопасности. Дети сейчас садятся на подоконник, лазят в своих телефонах, лазят в планшетах, там что-то переписка в соцсетях и так далее. Дети забываются об этом, бывает опираются. Когда делают операцию, и выпадают дети тоже, и взрослые также, и дети, и маленькие также выпадают. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций полицейские сотрудники ДЧС напоминают, что выполнение простых правил поможет предотвратить выпадение ребенка из окна, сохранить его здоровье и жизнь. Светлана Фарина, Николай Шевелев, 5 канал.